Ад збянтеженості і тривоги до упевненості у будучині і реалізації проєкту по розвитку малої родзіми. Після Чорнобильської катастрофи з Вєтковського району було оцелено більше як 20 тисяч чоловік, амаль палова місцевого насельництва. Сьогодні тут відзначається адворотний процес. Вєтковчані адраджають свою малою родзіму, у тим ліку про реалізацію громадянських ініціатив. З опошніми проєктами ознайомилися наші кореспонденти. Конкурс на лепший социальный проект Гомельская областная ассоциация мясцовых советов депутатов обвестила у минулым годе. Виткаучане оказались самыми активными и пропоновали одразу 13 инициатив. Для реализации ассоциация обрала две из их. Ободва проекта распрацовали у первой средней школе. Подай самый масштабный – створение клуба здоровья для пожилых людей. Занятки будут проходить как на пришкольной территории, так и у спортивной зале. К территории нашего учреждения прилегают замечательные парк и пруд, благоустройству которых руководство района уделяет большое внимание. И это место наиболее популярно для прогулок среди людей третьего возраста. Создание клуба здоровья позволит людям пожилого возраста не только обеспечить заботу о своем здоровье под руководством квалифицированных специалистов, будет разработан курс по скандинавской ходьбе, фитнесу, но и создаст условия для развития социокультурной среды. Сегодня для пожилых людей у Ветцы можно отнести каля трети насельництва. У районном центре социального обслуговывания кажут, что сярод их шмат активных людей. У центра для их працуют гуртки, але спортивных сярод их нема. Скандинавская ходьба – это была мечта для наших бабушек. На базе центра социального обслуживания Ветковского района создан клуб «Нам года не беда». И его посещают и мужчины и женщины, мы занимаемся конкурсными всевозможными программами, поделками, участвуем в концертах. А тут еще представилась возможность и в спортивной жизни поучаствовать. Сами знаете, что физкультура – это здоровье. Еще один проект тышится установки новых элементов на городской скейт-пляцовце. С просьбой об створении до тогочасного старшини облвыконкама Геннадия Соловья ветковские школьники звернулись под час прямой телефонной линии. Открытие отбылось в осенью минулого года. Молодые люди признаются, ранее выкористовывали места, зусім не пристосованные для скейтов, что выкликало шмат нараканью. В общем-то, нас гоняли, не разрешали кататься, а выбора, где кататься, у нас не было. Собственно, тут построили, нашли место, где постоянно тусуемся, отдыхаем, катаемся, учимся новым трюкам. По просьбе молодых виткаучан у рамках громадянской инициативы функциональные махшимости скейт-пляцовки будут поширены. Новые элементы установят до жнивня этого года. Такий термин продугледженный умовами конкурсу. Олег Сентюров, Юлия Харушина, Явген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Зветки.